Привет, ребята! Я Моня. Сегодня у Сони день рождения, и мне хочется сделать ей невероятный сюрприз. Я приготовлю ей подарки, красиво украшу праздничную комнату и накрою вкусный, сладкий, праздничный именинный стол. А вы мне поможете? Это будет очень сложное задание, но я думаю, что вместе с вами мы обязательно справимся. Ну что, начнем? Это наша комната. В комнате стоит стол. Рядом со столом стоит стул. Мы добавляем в нашу праздничную комнату шарики, подарки и ставим вазочку с конфетами. Думаю, Соне понравится. Отлично! Теперь на стол мы добавляем напиток. А как без него? Он обязательно нужен. Дальше мы немного добавим фейерверка. Я знаю, Соня очень любит фейерверки. На стене красиво пишем: «С днем рождения, Соня!» Думаю, Соня обрадуется. На наш праздничный стол ставим наш праздничный торт. Посмотрите, ребята, какая красота! А теперь зовем Соню. А вот и Соня. Ну как тебе, Соня? Нравится? Да, Соне нравится. И подарки ей нравятся. И Соня очень хочет посмотреть, что же я ей подарил. Вот у Сони первый подарок. Коробка красного цвета. Как думаете, что там? Соня открыла коробку, а в коробке оказался маленький плюшевый медведь. Отлично! Вот вторая, синяя коробка. Интересно, что же в ней? Соня открыла вторую коробку, и в ней оказался новый рюкзак. Супер, супер, говорит Соня. Третья коробка, голубая. Соня удивлена. Что в этой коробке? Соня открыла эту коробку, и в ней оказалась скрипка. Соня очень любит музыку. Отлично! И вот она, розовая коробка. Что же в ней? Ребята, как думаете? Соня открыла, и в ней волшебная палочка и крылышки феи. Как радуется Соня! Спасибо, друзья! Это был самый лучший день рождения, сказала Соня. Ребята, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и жмите колокольчик. До скорых встреч! И огромное спасибо, что помогли сегодня Соне сделать такой незабываемый день рождения. Всем пока!